Наш проект «Адаптивный футбол» уже существует 3 года. Для детей ОВЗ и с инвалидностью проходит обязательно наш проект через психолога, нейропсихолога, через Марину Васильевну. И дальше попадает уже или ко мне, или к Юрию Георгиевне. У нас как раз 2 тренера именно по футбольной части. Мы совмещаем эту работу со спортивной школой, где тренируются нормотипичные. У нас еще проходят открытые тренировки на базе 2-й спортивной школы, как раз где я работаю. Дети наши нормотипичные и наши дети с расы и обычные дети проходят общее занятие. Для обычных детей это нравственное воспитание, восприятие этих ребят как данность. Вот они такие, что надо к ним особый подход, не надо их бояться, нужно им помогать. Большая благодарность родителям, кстати, хочу сказать, потому что все изначально строится от родителей. Вообще инклюзия – это идет сначала семьи, от принятия, как его в семье приняли. Если приняли его в семье, дальше он растет счастливый, и в обществе его тоже примут обязательно. У нас были моменты, когда родители в какой-то степени не принимают своих детей и требуют от них того, что они не могут выполнить. И у родителей свои представления, вот они должны соответствовать. Они не могут соответствовать, потому что они совершенно другие, не как обычные дети, не как другие дети, нельзя сравнивать, они отдельные. Именно нужен персональный подход, личный подход каждому отдельно ребенку, где-то что-то сказать, где-то даже приобнять. Это очень сильно влияет на их занятия, вообще на начало дня. Даже настроение, погода, у нас все влияет. Они научились дружить, вообще дружат, они ходят и по музеям, ходят на конные прогулки, куда-то на батутный центр как раз они ходят. И благодаря этому они сдружились именно, они социализируются.